Да, я являюсь основателем консалтинговой компании Values Value. Мы оказываем помощь геймдев-компаниям и геймдев-разработчикам в поиске работы или в поиске новых сотрудников, консультируем, строим процессы по HR, рекрутинг, PR. Провели очень классный первый год нашей компании и поэтому готовы всем вам помогать менять работу, если нужно. Да, я провела прошлой весной большой зарплатный опрос, который обязательно в следующем году мы повторим. Я надеюсь, он будет более массовый, более показательный и уже с разработанной системой того, как это все сразу свести в хорошую модель. Он выйдет гораздо быстрее и более полно. И я там спрашивала не только о том, сколько вы получаете сейчас, или сколько вы получали год назад, или сколько вы считаете, что вам справедливо платить, но и спрашивала, какие плюшки вы вообще получаете, и имеют ли они для вас значение. Плюшки — это и финансовые бонусы, и нефинансовые бонусы. То есть все то, что наши компании делают или не делают для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, а нашу работу продуктивнее. Но прежде чем начать показывать вам результаты того, что получилось, я хочу позадавать несколько вопросов. Что нас мотивирует? Ну, в общем, нет, давайте так. Что такое мотивация? То, что вызывает желание что-то делать. Вызывает желание что-то делать. Это идет снаружи или изнутри? Изнутри идет. Можно ли человека мотивировать? Можно. Можно? А я считаю, что нет. Его можно только стимулировать. Стимул — это внешнее воздействие. Мотив — это то, что идет изнутри. Человека нельзя мотивировать. Его можно только демотивировать. Или создавать поддерживающую мотивационную среду, в которой его мотивация не будет пропадать. Можешь? И тогда, если у нас мотивация — это то, что идет изнутри, а стимул — это то, что идет снаружи, то какая роль зарплаты? Будем все равно называть это в системе мотивации сотрудников. Что такое зарплата? Вынужденная мотивация. Вынужденный фактор. Вынужденный. Но что для вас зарплата вообще? Базовая потребность, окей. Еще? Смузи похлебать. Ну, мы сейчас именно... То есть не в офисе смузи похлебать, да, а выйдя из офиса на свою зарплату, можно подъехать на гироскутере, да, и похлебать смузи. Окей. Что происходит, если вы получаете зарплату меньше, чем вы считаете, что вы заслуживаете? Вы расстраиваетесь, да? И плачете даже некоторые. Мы демотивируемся, да? Нам сложно вот этот запал рабочий сохранять, когда мы понимаем, что наши усилия оцениваются недостаточно. Что происходит, когда вам задерживают зарплату? Мы уходим. Что происходит, когда вас, например, штрафуют? Что происходит, если вам обещали курс, привязанный к НБУ, а потом говорят, мы зафиксировали на 25? Что происходит, если бухгалтерия ошиблась, и, как обычно, ошибается бухгалтерия, но не в сторону сотрудника, да? Зарплата – это такая вещь интересная, которая для сотрудников в большей степени является источником, опять же, демотивации. Если с зарплатой все окей, она нас удовлетворяет в плане того, что мы чувствуем справедливость, что сколько мы вложили усилий, столько мы денег и получили, тогда это, мы это воспринимаем как должное. Это нас обычно не мотивирует. Но если вдруг с ней хоть что-нибудь случается, с нашей зарплатенькой, то мы опять же демотивируемся. Но есть еще один момент, который важно про зарплату понимать. Что это не всегда только базовая потребность, и это не всегда, как бы правильно сказать, это не всегда просто то, что должно быть, не всегда гигиенический уровень. Иногда зарплата действительно стимулирует, и ее повышение действительно стимулирует. Почему?
мы не только думаем, что мы купим на 10 смузи в месяц больше, да? А что мы еще чувствуем, когда нам работодатель повышает зарплату? Мы классные. Совершенно верно, да, что мы классненькие, что наш вклад кто-то оценил, да, что увидели, как мы пашем, стараемся, уходим не в 18:00, а в 18:15 и так далее, да. То есть это может быть подкрепление отношения работодателя к тому, что мы делаем. Класс. И тогда следующий вопрос. Здесь же все игроделы собрались. Кто к играм имеет отношение? Поднимите руки. А кто не имеет отношения? Да? Окей. Хорошо. А вы послушайте. Что заставляет вас делать игры? Денежки. Так. Черкнули раз. Прикольно делать просто. Я просто решил. Прикольно делать. Прикольно, да? То есть, кто чувствует, что делать игры — это его призвание? А, да, я. Руководитель сказал, поднимай. Так, одну черточку сняли. Окей, остается только одна. То есть смотрите, ребят, если мы говорим о мотивации, то именно ваше понимание того, почему вы здесь и сейчас находитесь, почему вы именно игры делаете, и если это соответствует с вашим осознанием своего жизненного предназначения, то, конечно же, это будет вас мотивировать и будет вас драйвить, что вы делаете то, что вы считаете своим призванием. А кто не любит делать игры? Можете вот так вот, только я увижу так. По принуждению делать игры, да? Смотрите, если работать не по призванию, да, если ты ненавидишь свою работу или не любишь, или ты заставляешь себя каждый день, о боже, идти опять в этот офис, ой-ой-ой, видеть эти лица и так далее, то ни о какой мотивации, там, хоть я даже не знаю, что бы там работодатель не придумал для вас, это вас не будет мотивировать. Потому что в долгосрочной перспективе, конечно. Потому что это не ваш внутренний мотив. Класс. А тут вопрос, да? Давайте задумаемся, можно даже не отвечать. Что заставляет вас каждый день ходить именно на ту работу, на которую вы ходите? Кредит. Ну, это хороший ответ. Кредит — это хороший ответ. Привычка — это хороший ответ. У кого-то есть другие варианты? Коллектив. Перспективы. Отлично. А еще? За не ходить. Хороший коллектив. А работать удаленно. А? Ну, если фрилансер, ну, извини, фрилансеру, наверное, еще сложнее поднять себя с диванчика, если он работает не с компьютером, да? Ой, не с ноутом. И сесть на за... На диване с ноутом. Но почему это делает человек? Привычка, потому что есть хочется. Потому что есть хочется. Мне очень жаль, ребята, что я здесь не услышала ни одного слова про проект. Что вы делаете продукт, который вам интересен. Или делаете то дело, которое вам интересно, или вы думаете о вашем клиенте, о котором вы заботитесь, чтобы ему было в хорошие игры играть. И это заставляет вас каждый день ходить на работу. Подумайте об этом. Только сразу не увольняйтесь, не надо. Нет. Не подвезли нам, да, микрофон еще, нет? Окей, класс. Смотрите, проводим зарплатный опрос, да? 836 человек ответило. Я спросила, финансовая мотивация, там бонусы, не финансовые бонусы. Ну, мы можем количественно посчитать, да, сколько из этих 835-6 человек есть такие или иные бонусы. А как оценить, насколько они имеют значение? Да, ну есть. Ну, может быть, есть у меня уроки английского в офисе, но я на них никогда не ходил, не хожу и ходить не буду. Но они у меня есть, и я галочку поставила, да? Тогда я решила ввести в опросник два таких момента. Первый из них – это Net Promotion Score или Net Promoter Score. Это то, что вы можете видеть на сайте Booking.com, Airbnb, кто Asana пользуется. Это когда вам задают вопрос.
по 10-бальной оценке, с какой вероятностью вы бы рекомендовали наш продукт или сервис своим друзьям и близким. И вы выставляете оценочки, да? То же самое спросила я, с какой вероятностью от 1 до 10 вы бы рекомендовали свою компанию текущую своим родным и близким. И на основе этого мы уже ранжировали полученные результаты. То есть, да, можно понимать, что если человек ставит десяточку, и у него есть какая-то плюшка, которую он отметил, да, это можно было не отмечать, то значит, это действительно его мотивирует. И это каким-то образом влияет. Так лучше, наверное, да? Окей. Итак, мы поговорили чуть-чуть о мотивации, о зарплате, мы поговорили немножко о том, что такое Employers Net Promotion или Promoters Co. И теперь будут слайды, я с таким трудом их восстанавливала для того, чтобы прийти и увидеть этот маленький экран. Я не знаю, я буду тогда пересказывать слайды. Итак, смотрите, вы даже издалека можете увидеть, что здесь на графике зарплата, которая есть у человека сегодня, и оценка от 1 до 10, насколько он любит свою компанию, да, вовлечен, насколько он готов ее рекомендовать. И мы видим прямую зависимость от размера зарплаты и вовлеченности сотрудников. То есть самая маленькая, ну тут средняя, да, средняя арифметическая получается, что от 1000 до 2400 где-то идет разброс, да, и тренд вверх. Следующий. Здесь ничего практически не меняется. Здесь зарплата год назад. Тоже прямая есть зависимость, но уже не такая выраженная. Следующее. Желаемая зарплата. А вот здесь уже вылазят немножко недооцененности. Да? Вы видите, что здесь график уже полез. Здесь уже начинается от 1500. То есть люди минимум на $500 где-то хотят получать больше. И мы видим, что количество тех, кто низко оценивает свою компанию, но хотел бы получать больше, оно растет. Следующий слайд. А вот теперь интересные вещи. Там финансовые бонусы будут. Я должна в камере быть. Окей. Я не могу отойти туда и оттуда вещать, чтобы всем было хорошо видно. Годовой бонус. Вы видите, что он очень сильно влияет на то, насколько человек вовлечен и готов рекомендовать свою компанию. То есть вот где у нас единички, двойки, тройки, четверки, пятерки, шестерки, там вообще почти ничего нет. Да? То есть делаем вывод, годовой бонус, что мотивирует. Следующее. А вот тут ежемесячный бонус. И это такой слайд, который заставил меня задуматься. И там чуть дальше мы увидим еще один критерий, к которому мы его привязывали, и который покажет, что ежемесячные бонусы не мотивируют в той степени, в которой должны. Как вы думаете, почему? Привыкают, совершенно верно. Ежемесячный бонус, человек считает, что это часть его зарплаты. И если он его не получает, то он что? Демотивируется, совершенно верно. То есть ежемесячный бонус — это скорее средство демотивации, чем мотивации сотрудников. Следующий слайд. А вот квартальный бонус. Вы видите? А квартальный-то работает. А такая выборка, да? Потому что там же не все из 836 респондентов вообще получают какие-то бонусы, включая квартальные бонусы, да? То есть у нас девяточек просто было чуть-чуть меньше. Но тренд-то виден, да, тренд понятен. Что-что? Я думаю, я уверена, что если логически мыслить, конечно же, этот размер влияет. Но здесь мы можем понимать только его наличие. Дальше. Вот проектный бонус. Тоже такая метрика. Там по второму критерию опять тоже станет понятно, что проектный бонус, он не очень-то людей и драйвит. Почему, как вы думаете? Вот, проект может длиться бесконечно. Раз. Кто был владельцем, я называю это виртуальным миллионером,
Кому был обещан проектный бонус, он его не получил. Ну и там, может быть, кто-то, да, постесняется сказать, да? То есть он очень отложен. У нас же люди индивидуалисты. Это мы на работе всех у кулера любим, да? А когда мы зависим, наши деньги зависят от результата всей команды, да, проектной, а не только от нас самих, то мы можем посчитать, что я-то молодец, а они-то негодяи, только ходят к кулеру и водичку с кофе пьют. Да? Дальше. Ну и тут понятно, роялти, да, это когда вы даже если уходите, например, из компании, но вам продолжают платить отчисления. Дальше. Опционы и доли в компании, тоже без комментариев. Дальше. Процент от прибыли компании, без комментариев, высоко, дальше. От проекта, а вот теперь смотрите прикол, не проектный бонус, а процент от прибыли проекта. То есть ты реально понимаешь, что ты не какую-то фиксированную, то есть вы успели в дедлайн, а кто у нас на 100% успевает в дедлайн? Я вообще не знаю таких людей в геймдеве. Вот. Количество ответов. Да, да, да. Ну подожди, ну смотри, респондентов 836. Среди них, это 18 человек оценили вовлеченность свою в компании, ну любовь свою к компании, так скажем, на 10 баллов. И из тех, кто получают такие бонусы, их больше всего. Но как может получиться 836? Вы получаете, вот вы конкретно, вы от проекта долю получаете? Кто получает процент от проекта, от дохода проекта? Один человек в этом зале, два, ну, три. Ну, хорошо, сколько у вас процентов? Если бы у нас здесь было 836 человек, сколько бы было людей, которые получают? Но мы же их должны как-то оценить. Ну, 18 было бы, да. То есть, ну, абсолютно логично. И это и тех, которые еще на 10 оценили свою компанию. Следующий слайд. Компенсация овертаймов. Тоже интересный критерий. Потом еще на него посмотрим. То есть вроде бы да, да? То есть хорошо, когда его компенсируют. Кому здесь компенсируют овертаймы? Да, я удивилась, кстати, что таких людей не так уж и мало. Я почему-то всегда была уверена, что в геймдеве вообще, там, если это не аутсорс, то вообще не компенсирует. Оказывается, как-то компенсирует, не только пиццей. Давайте следующий слайд. Занятно, да? Теперь будем идти еще быстрее, потому что там еще много слайдов. И вам нужно настраивать свое зрение. Белая зарплата в плюс. Дальше. Особенно у нас в Украине. Да? Россияне, например, белорусы, они не так сильно на это реагируют. А у нас, так как у нас белая зарплата — это большая редкость, то, конечно же, это в плюс. Компенсация занятий спортом. Работает. Следующее. Английский. Работает. Медицинское страхование. Работает. Бесплатное питание. Отлично, там студенты у нас на десяточку вылезли, да? Частичная компенсация. И тут, и на этом спасибо большое, да? Выездные корпоративы на курортах, у кого они есть, да, вы видите, прям там зашкаливает, да? То есть люди действительно радуются. Это реально работает. Выездные корпоративы на курортах. Следующее. Компенсация проезда. Это все те же студенты, которые обедом радовались бесплатным. Да? Они тут же радуются, что им на маршрутку проезд оплачивают. А вот теперь интересный момент. Оплата участия в конференциях. Скажите, кто здесь сам купил билет на эту конференцию? И вот я бы это... Кто может? Можете сфоткать, да? Вот сфоткайте, да? Поднимите руки, да, и сфоткайте. А, вы сфоткали. Вот люди, ваши работодатели, если вы сами не являетесь работодателем, упустили свою возможность вас поместить в мотивирующую среду. И вам было бы приятно, да? То есть, смотрите, это же одна из самых недорогих вещей — оплата конференций. Но все настолько боятся потерять здесь своих сотрудников у стенда Values Value, да, что они не оплачивают это. Дальше. Компенсация внешнего обучения. Работает. Аж даже скучно. Внутреннее работает. Беспроцентное кредитование работает вообще лучше всех.
Беспроцентное кредитование рассказывает, когда вы сотрудник компании, доверенный, например, уже 2-3 года работаете или с момента основания, собираетесь купить квартиру, и вам компания говорит, на тебе 20 тысяч долларов, будем у тебя по 500 долларов в месяц из зарплаты просто удерживать, а ты у нас будешь еще там N лет работать. Такой, класс, да, давайте, супер. Купил квартиру, работает. Ну, я не знаю, бывает разное. Я видела, когда и повышали. Да? Ну да, но это же неофициально делается. Ну, конечно. Я знаю компании, которые это делают. Причем некоторые из которых вы бы считали говноконторами. Это нам на почту Talent Values Valley пишите. Ну, окей, дальше. Корпоративы. Как ни странно, да? Ой, все не любят корпоративы, прекратите загонять людей, ББММЭ. Ну, как минимум, вот эти наши студенты с обедами, с маршрутками, да, вот их точно это мотивирует. Хотя я знаю, что мне тоже, я люблю корпоративы. Я после этого чувствую какой-то дух единения со своей командой. Дальше. Крутой офис. А тут вообще, посмотрите, 90 человек — это десятка, да, 50. То есть реально это классный момент, это решает, крутой офис решает. Но помимо крутого офиса есть еще классная следующая вещь. Отличное техническое обеспечение. Это важно. Поэтому, дорогие работодатели, кто смотрите меня, покупайте, пожалуйста, MacMini, MacBook'и, выдавайте своим сотрудникам нормальную технику для работы, протирайте пыль, дорогие офис-менеджеры и рекрутеры, которые выводят новых сотрудников, протирайте пыль с клавиатуры, покупайте новые наушники для новых сотрудников. Следующее. Кстати, интересно, да, смартфон в личное пользование. Кто знает такие примеры? У кого-то есть, да? У вас сейчас, вы пример знаете, или у вас сейчас смартфон с собой рабочий? Угу. Ага. На одной из работ менеджером закупали. Почему я призываю всех работодателей покупать телефоны своим сотрудникам, особенно если вы делаете мобильные игры? Конечно, не отслеживать сотрудников. Да что ж такое? Я думаю, отслеживать, вам класс, чувак сейчас скажет, отслеживать новинки, тра-ла-ла, в обоих сторах. Да, ведь важно не только iPhone купить, а важно еще и чтобы он на андроиде мог посмотреть. Офигенная американская компания, как ни странно, делает матч-3-шки. Не самые они там супер успешные, но там же все заморачиваются очень сильно, да, на вот этих вот вещах. Потому что они, в отличие от нас, точно знают, это давно померили, они точно знают, что это работает. Так вот, они каждому новому сотруднику выдают рабочий iPhone, да, и дают определенную сумму на покупку Android, потому что, ну, единого мнения о том, какой Android лучше всех других андроидов, ни у кого нету, поэтому халиварить они решили не халиварить, и выдают просто эти деньги на покупку. Если человек увольняется, то, наверное же, телефон возвращается. Да? Но у тебя есть возможность быть всегда в тренде. Извини меня, если ты новинки не смотришь, сторы не отсматриваешь каждую неделю, то а что это? Ты уже как белая ворона. Поэтому эти вещи, они работают, и они нужны работодателю. Не для того, чтобы следить. Я как-то даже не подумала, что можно следить. Ну, кстати, да. Я в следующем опросе обязательно буду открытый делать вопрос, что вас особенно демотивирует или раздражает. В том числе, я думаю, там будет карточная система, и особенно еще по отпечатку, да, там, пальца и так далее. А вот интересный момент. Нет значимых для меня бонусов. Вот у нас образовалось такое болотце, да? Причем, так интересно, там же были ребята, которые, там был в конце вопрос открытый, там, поделитесь своей болью или там, хотите что-то рассказать, расскажите. И там можно было идентифицировать моих знакомых, которые там шутили шутеечки, например, или еще что-то писали смешное. Или я просто знала, что это они, потому что они мне говорили, что я сейчас вот я заполнил, да, там, а я знаю, сколько он получает, к примеру. Так вот, это люди, которые ставили, например, 9 или 10 по ENPS. Но и у них точно крутые бонусы в компании. Но они пишут, что для них нет значимых бонусов. Вот мне очень хочется с этим разобраться. В степени вовлечения это может быть не самый показательный, да, не самый показательный слайд, но вот по следующему критерию там будет больше заметно. Давай следующий критерий. Да. Что-то вы громкость, да, навернули. Сейчас им будет слышно, как я дышу, да.
Вы компенсируете, да, теперь все громче и громче. Окей, смотрите, вовлеченность — это хорошо, да? Но я думаю, что мотивированного сотрудника и так все мотивирует. Вы видите, да? У кого десятки, ему что не дай. Английский дай, отлично, спорт, проезд, маршрутка, компенсация обеда, все классно, супер, вперед. А если мы введем такой критерий, как готовность уволиться от 0 до 10, где 0 и не помышляю, а 10, а уже ищу новую работу или в процессе смены работы, уже уволился. И вот здесь совершенно другая картина показывается нам. То есть смотрите, тут в другую сторону у нас, да? Чем выше зарплата, тем меньше хочет уволиться человек. И опять же разгон от 2,5 до 1000-1200, как и с ЕНПС, сошлось. Это СНГ, это СНГ-шный опрос. Дальше. Годовой бонус удерживает сотрудников? Ноль, не готов уволиться, да? Удерживает. Следующий слайд. А ежемесячный? Да? То есть здесь гипотеза подтвердилась, что ежемесячный бонус, он особо-то на картину не влияет. Он даже есть у очень большого количества людей. Но они, давайте будем говорить откровенно, все, что с тройки начинается до 10, когда мы говорим о том, насколько вы готовы уволиться от 0 до 10, все, что выше тройки, это уже человек, просто к нему еще не пришли. Или его еще до конца не допекли. Поэтому мы видим, что ежемесячный бонус не работает дальше. Квартальный. А вот квартальный реально работает. Квартальный реально работает. А теперь дальше. Ага, проектный работает в удержании. А почему? Вернись, пожалуйста, Тарас. А как вы думаете, почему проектный работает в удержании? Совершенно верно. Потому что хочется дождаться. То есть на мотивированных сотрудников он не так-то сильно и влияет. А вот на демотивированных, на удержание, он действительно работает, оковы, цепи и так далее. Хорошо, дальше. Роялти, ну держит, ну конечно. И дальше. Profit share держит. Опционы и доли держат, еще как держат. А вот теперь смотрите. Это процент продаж, да? Ну, например, это у маркетологов так бывает, да? Вот уже у нас десяточка подросла. Вот с ними делишься, а они хотят уйти. Они уже ищут работу. Дальше. А это вообще классный, самый классный слайд. Овертаймы. Тут яма получилась, да? И мы не видим здесь никакого тренда, никакой зависимости не видим. О чем это говорит? Да, что овертаймы — это плохо, и что даже если вы их оплачиваете, это не факт, что вы этим мотивируете, ну или поддерживаете мотивацию, или как минимум удерживаете своих сотрудников. Так еще вопрос, да? Так это люди, которым их как-то компенсируют. Да? Давайте следующее. Белая зарплата. Но я думаю, что здесь нужно было для чистоты эксперимента выбрать только Украину. Да? Ну, потому что здесь, потому что опять же, Россия и Беларусь, они не репрезентативны в этом плане. Дальше. Занятия спортом. Уже не так все заметно, да? Он нам, там наши влюбленные в компанию студенты на десяточке сидят, которых как все продолжало мотивировать, так их это все и удерживает. А дальше у нас уже не такой-то тренд. И вы обратите внимание, как десятка сейчас будет везде выбиваться, те, которые уже ищут работу. Им вообще пофиг уже, что они уже решили увольняться, им вообще все равно. И роялти мы там им предлагали, все равно она была высокая. Да? А сейчас вот эти вот все остальные плюшечки, давайте смотреть. Давайте. Английский. Оп. То же самое, страховка. Как будто один и тот же слайд. Дальше. Бесплатное питание в офисе. Ну, те, которые на пятерке, такие, ну, вроде ж, так вот норм, да, ну, окей. Ну, кормят же. Ну, да. Окей, дальше. Опять частичная компенсация, десятка у нас выбивается, выездные корпоративы. Опять же, десяточку, видите, да? Уже и мы на курорт не хотим ехать никуда, не на выездной корпоратив. Дальше. Проезд вообще даже они не указали даже, да, типа, ну, господи. А те, кто, понимаем, да, почему они не указали. Дальше. Конференции держат. Прикол, да? Как ни странно. Вот для меня это одно из таких открытий было.
Слушайте, ну для некоторых в Киеве здесь, если бы просто на Games Gathering купили билет, это уже было бы очень хорошо. Мы не говорим сейчас даже о GDC. Хотя вероятность того, что человек съездит на GDC и приедет и будет все так же счастлив тому, что у него такой стул, как у вас, да, на работе, она, конечно, да. Давайте дальше. Внешнее обучение работает. Внутреннее работает. Вот это вопрос. Да? Внутреннее обучение — это же одна из самых недорогих вещей, которые можно сделать, и которая очень важна, потому что она развивает и того, кто учит, и того, кто учится. Она сплочает коллектив и так далее. Если это правильно организовано, если это не обязалово, да, идете на тренинг, который там у нас скачала из интернета офис-менеджер Катюша, и будет нам рассказывать про тайм-менеджмент, да, как организовывать свое рабочее время. Это говорит, по помодоро будем делать. Да? Ну, то есть, конечно же, мы не о таких вещах говорим. Или внутреннее обучение, да, там, ну окей. Тут можно практически все из этого перечисленного в качестве примера. Харьковский офис Playrix, вижу здесь Мак. О, Playrix, видите? Он Плариум, да. Ну, точно, не, извините, Playrix, прости, но нет. Да, да. Харьковский офис Плариум — это реально то, что вот люди могли бы по каждому из этих пунктов про плюшечки в офисе и что-то для сотрудников сказать именно с данными. Дальше. Беспроцентное кредитование, да, как мы и говорили, привязало к батарее, приковало. Дальше. Корпоративы. Вот работают они, понимаете? Тут как ни странно, опять же. Дальше. Крутой офис. Вы видите? Это все наши студенты. Они там селфи делают с роботом. Отличное техническое обеспечение. Особенно для технарей. И для, опять же, молодняка. Это работает. Это реально работает. Это то, во что стоит вкладывать деньги. Дальше. Смартфон. Вот прикиньте, вот берет и человека удерживает у вас на работе то, что вы ему дали смартфоном пользоваться. И он думает, это ж я сейчас уволюсь, у меня зарплата там... Сколько? 800, там $900, например. Да я уволюсь, я же уже привык с семеркой ходить. Это же мне сейчас нужно будет, сколько, 600 там, или $700 отложить. Так, ну я, наверное, сначала по $100 еще полгода подкладываю, а потом уволюсь. И у вас еще полгода человек работает. Дальше. А вот тут видите, да, нет значимых для меня бонусов. А вот здесь уже очень показательная картинка. Что когда человек готов уволиться... Вот хоть что вы, вот хоть что вы делаете, его уже это не удержит. И дальше. Давайте сделаем выводы. Что вас больше всего удивило? Смартфоны, да? А еще? Это юмор был. Да, не только студентам нравится красивый офис. А очень многие люди не готовы менять работу, да? Вот они приходят на собеседование, например, рассказывают, ой, да вот, проект надоел, менеджер надоел, мне не дают обратную связь, мне не дают развиваться, я хочу делать классные игры, тра-та-та. Ему предлагают хорошую зарплату, да, адекватный молодой коллектив, вот у тебя не какая-то там корпорация будет, да, а команда единомышленников. А он такой говорит, то у вас офис на левом берегу, и вообще как-то вот он так вот мне не очень сильно нравится, и как-то у вас только яблоки, а я к бананам привык, да, печенье Мария, а я хочу разнообразное, да, это вот. Ну, видите, да, вы понимаете, о чем речь. То есть действительно хороший офис, и ведь это уже у нас в IT, а мы-то IT все равно, индустрия, это стало базовой потребностью, это уже как зарплата, да. Мы, как пишут во ВКонтакте, в априори, мы воспринимаем, что хороший офис — это нормально. Что кофе, печеньки, уважаемые рекрутеры, перестаньте это писать. Это то же самое, что мы платим зарплату. У нас есть кулер с водой, да, еще напишите. Но это нормально, все, мы так живем. Все, кофе, печенье, и обеды, и техника, и пошли перечислять. И смузи, там, и бутерброд. Дальше. Те выводы, которые сделала я, и предлагаю вам взять с собой. Можно сфоткать, можно дождаться, когда я в Facebook выложу свою презентацию. О чем нужно задуматься? Сотрудник
выходит на работу уже мотивированным. Ну, правильно? Он же зачем-то приходит. Ну, только если он не пришел пересидеть пару месяцев, прежде чем ему дадут ответ из Blizzard, да? Там. Они обещали ответить. Не, ну, Blizzard, кстати, отвечает, а вот CD Projekt Red, к сожалению, не отвечают. Вот, поэтому не расстраивайтесь, вы не одни такие, если вам не отвечали. И важно что работодателю? Не растерять просто этот запал. Не устраивать на работе конюшню, не химичить зарплатой. И предоставлять какие-то адекватные вещи, которые не всегда дорогие. Вы же видели, сколько там вещей, которые можно сделать практически бесплатно. Есть такая книжка классная «HR без бюджета». Наш соотечественник, украинец, написал ее, Женя Бондаренко. Да? Ну, потому что ему приходилось выкручиваться. Да? И там классные, реально работающие вещи. И вот компании могут это делать, и это будет действительно иметь значение. Дальше. Самоподдержка тоже важна. Ребят, вы определитесь, что вам важно, когда вы, например, меняете работу. Если вы понимаете, что вам обязательно нужно зеленое кожаное кресло с двумя вентиляторами и тремя мониторами, ну не само кресло, да, я так понимаю, рабочее место, то вы об этом скажите своему работодателю новому. Если вы четко знаете, а не приходить и не ныть потом полгода о том, как у вас такого прекрасного, зарплата в $5000, не ценят и не любят, и не покупают вам это кресло. Или купите его себе сами, в конце концов, если это для вас важно. То есть поймите, что для вас важно, и занимайтесь самоподдержкой. То есть вам чего-то не хватает, вы или озвучиваете это, или изначально не принимаете эти вопросы, да? Или сами себе купите, или организуете. Чтобы вам работа... Вы помните, да, что мы игры делаем, да? Особенно ну, вы, я сейчас не делаю игры, да? А вы игры делаете, а не смузи пьете на работе. Поэтому купите себе сами этот смузи. Дальше. Все, что поддерживает мотивационную среду мотивированных людей, продолжает мотивировать. Вот ему классно сейчас, и ты ему что не дай, ему будет классно. А те, кто уже демотивирован, ты ему чего не дай, кроме оков к батарее, да? Его все будет продолжать демотивировать. Есть ряд людей, причем вовлеченных и любящих свою компанию, готовых ее рекомендовать, для которых никакие из перечисленных бонусов не важны. И очень часто это именно те люди, которые про проект. Которые приходят на работу каждый день в игровую компанию делать игры. Каждый день. И поэтому им вот эта вся мишура, она не особо важна. Размер зарплаты имеет значение. Точка. Оплата овертаймов выбивается, опять же, из общей картины, повторю. И вопрос теперь к тем компаниям с неоправданными овертаймами, которые никоим образом не компенсируются. Ребят, задумайтесь, что вы делаете. Задумайтесь. Остановитесь! Дальше. Беспроцентный кредит. Крутой, да? Против ежемесячного бонуса, который часть зарплаты, и все. Ну и еще один такой вывод, что компаниям стоит делиться прибылью со своими сотрудниками. В том или ином виде. Нет. Зарплата — это компенсация той энергии, которую ты как сотрудник вкладываешь в компанию. Ни времени, потому что можно приходить и ничего не делать. Никаких-то результатов, потому что есть вещи, которые ориентированы не только на результат, но и на процесс. И важно, какой будет этот процесс. А это та позитивная энергия, помогающая сделать какой-то продукт, за который вам платят. А если этот продукт компании дает какой-то буст, дает ей возможность расти в прогрессии, а вы продолжаете работать, как работали. Да? Вам не кажется логичным, что компания может каким-то образом, которых здесь куча перечислено, поделиться со своими сотрудниками и, наконец-то, отвезти их на корпоратив в Турцию? Потому что выездные заграничные корпоративы мотивируют. Всем большое спасибо, буду рада ответить на ваши вопросы.